Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу мод наружу для Майнкрафта Backstation. После установки этого мода в вашем Майнкрафте появляется очень много разного оружия, которое вы сможете использовать в своих целях. Ну, автор этого мода очень классный человек, который сделал очень классный мод, в котором большая куча разного оружия. Ну что ж, давайте начинать. Во-первых, у нас есть такой ножик, очень опасный ножик, который издает довольно опасные звуки, и с помощью него сможете убить даже коровку. Коровка? Ну, коровка почему-то не хочет убиваться даже рукой, друзья. Возможно, это баг. Да, я всегда никогда не удивляюсь багам. Это наш щит, который дает нам... Вот, ну что ж... Дальше у нас идет бинокль, который довольно сильно приближает нам расстояние. И теперь с помощью него сможете смотреть на далекие расстояния. Есть также дымовая граната. Мы ее кидаем, и после чего, если вы зайдете в это поле, то вас ослепит, и вы станете довольно медленно ходить. Но эта граната также исчезает через некоторое время. Да. Есть золотой Диго. Наверное, все играли в Counter-Strike и знают, что это за пистолет. Но те, кто не играл в эту игру, узнают этот пистолет из этой игры. Ну что ж, как видите, мод очень классный. И те, кто не знает, как перезарядить оружие, я вам объясняю. Чтобы перезарядить оружие, вам придется на то место, где у вас нарисован 0. Ну или, можно сказать, нажать туда, где у нас цифры. Как видите, есть такой же дробовик. Он очень классный, потому что с помощью него сможете убить целую компанию зомби. Вот сейчас он перезаряжает оружие, давайте подождем. Все, у нас оружие перерядилось, и теперь мы можем также стрелять. Также у нас здесь есть и аптечка, которую мы можем использовать, но сейчас использовать не можем. Так же, как здесь все видите свои прибамбасы, которые относятся к разным оружиям. Ну, конечно, вы знаете, что в этом моде также есть и своя броня, которую автор решил наконец-то добавить. Но броня напоминает настоящего военного, да, которого превратитесь после установки этого мода. Мод очень классный, друзья. И что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.